Таллинский огородник, и я Елена. Добро пожаловать! Сегодня вторая часть, кто же прячется у меня за кадром и кого я почему-то не показываю. Просили показать, показываю. Ну, итак, здесь, ну, Алаказия вы уже видели. Это красотка моя такая. Наконец-то я дождалась ее цветения. В том году я ее... Позапрошлом году я ее купила, в том году она у меня не цвела. Немножко был неправильный уход. В этой весной я ее пересадила. И вот такая вот красота у меня начинает зацветать. Тоже это каудексное растение. И вот такая вот красотулечка моя есть. Ну, это монстера. Все вы ее видели. Уже начинает. Почему-то они начинают у меня в середине лета начинают гнать свои росты. Вот такая уже, такой уже пушистик у меня. Очень сидит, кстати, в горшке с автополивом. Дальше бегония. Уже живет 2 года. В том году цвела. И она так разрослась. В том году я ее уже как бы пересадила в побольше горшок. Но в этом году она вот прям вот прет, прет и прет. Сейчас я вам ее покажу поближе. Ну вот, вот такой вот шарик у меня. Она, понравились мне ее листочки. Не обращайте, надо помыть ее. Просто жду, пока она просохнет. Так как мы недавно делали обработку. Кучу. В этом году она мне дала 2 детки. Вот одна детка. Вот она. Я ее, к сожалению, немножечко тут поранила при пересадке. Потому что она очень-очень... Тут вот она прям начинает шариком гнать вот эти вот новые листочки. Вот тут вот. Тут. Здесь у меня... Покупала я было 2 растения. А сейчас у нас вот эти, вот это и вот то было. А сейчас у нас 5 растений здесь. То есть вот, вот такой вот у нас вот такой вот шарик. Конечно, я не против, но она очень-очень разрастается с 2 растений. У меня уже их 5. И вот такие вот у нас красивые тут листочки. Я вот при пересадке, вот, к сожалению, я их немножко, да, не очень аккуратно пересадила. Каюсь. Такие, но мне больше нравится, когда она выращивает новые листы. Это вот такая вот красота. Такое ощущение, как будто тут капельки краски. Очень интересная, конечно. Мне сегодня в этот раз пришлось поставить вот такую вот, чтобы она не заваливалась, и будем дальше расти. Вот здесь уже опять идет новый рост. То есть вон здесь вот опять новый идет. То есть она в этом году решила как бы так округлиться. Ну вот округлилась, и потом посадила я ее в больший горшок, так как, ну, уже ей места было мало. Здесь я ее немножечко чуть-чуть расширила ей пространство для каждой. И думаю, что вот теперь здесь она решит мне дать детку, так как здесь пустовато. Ну а так вот она у меня, вот такая вот красота. Такой вот у меня шарик. Вот, дальше. Это моя амаранта. Сейчас вот она вот у меня уже пересохла, надо будет ее полить. Тоже растет. Как бы был один вот кустик. И вот она сейчас на данный момент здесь вот с этого кустика уже вот так вот начинает тоже тут разрастаться. Вот это у нас уже новые идут. Сейчас вот она на данный момент уже подняла свои листочки, уже вечер я снимаю, поэтому... А старые листочки, вот она, вот с этими я покупала и год назад, и вот она сейчас уже отсушивает их потихонечку, потихонечку начинает отсушивание. И здесь она мне вот еще одну гонит деточку. И у нас вот детка вот новая, вот она, и вот она открыла лист.
А так, в принципе, она немножко вот здесь вот я увлажнитель не включила, и все. У нас попали прямые солнечные лучи. Я ее чуть-чуть сдвинула, так как мне надо было полить, и я ее забыла на место поставить. Буквально чуть-чуть. Вот она день простояла, и все. На следующий день она мне вот уже пожелтели, у нее листочки. Вообще не любит прямых солнечных лучей. Где-то там солнце должно быть, но не на нее. А так она очень даже хорошо себя чувствует. Здесь у меня стоит не стеллаж, а не около окна. Прямые солнечные лучи не попадают. Ну вот это... Кто это у меня? Филодендрон. Напишу название. Купила совершенно случайно вот из-за этих вот листочков таких резных. И вот у нас уже совсем-совсем белый вот такой вот вылез с зеленым таким прожилом. Я думала, они будут все вот такие вот красивые, зеленые, с таким вот, как будто выцарапанная вот таким вот зелененьким. Здесь вот с каждым разом вот у меня куда-то эта зелень пропадает. Вот это вот последний у нас листочек вылез уже белый с зеленым. И здесь еще на подходе у меня два. Вот еще. Я куплена позапрошлом году. Немножечко такая, название я не знаю, но вот такие вот у нас бархатистые такие листья, немножко ворсистые, особенно сзади такие вот белые, и они вот такие вот прям вот бархат идет. Но вот тоже неизвестно. То есть у нас продается Хоя Микс. Я сейчас вам покажу, какие у нас горшочки. Это, наверное, тоже филодендрон. Нашла их на полу. Но я так предполагаю, что это просто маленький ребенок отодрал. У нас в центре стоят такие цветы. Ну, я же мимо не могу пройти, мне надо было. И вот я подобрала материнские растения. Как я понимаю, я вам покажу. Это еще вот малыши сидят вдвоем, чтобы им скучно не было. Ну, это фикус эластика. Вот он наращивает. Один за другим наращивает листочки. Две веточки у нас здесь. Одну я веточку вот так вот приподняла, чтобы она в сторону у нас не росла. Ну вот тоже вот у нас тут идет уже листочек. Другая ветка пока так стоит. И третью вот только-только она в этом году начала расти. Вот это вот малявка. Ну пока я ее лягушкой тут так вот немножечко, чтобы она сразу уже шла наверх. Не хочу, чтобы они в разные стороны. Так, дальше. Здесь еще один фикус. Куплен уже был в этом году, в начале весны. Но пока ничего, вот только начинает листочек наращивать. Ну, это суккулент, тоже малыш. Ну, вот пока тут растим новые листочки. Вот. Так что, так, это мой психопсис. Ну, его видели. Ну, тоже покажу. Вот наращиваем новый рост. И также у нас тут идет цветоносик. Будет скоро цветочек. Это моя оценка. Я не знаю, что ей надо. Ну, вот так вот мы сейчас на данный момент выглядим. Не знаю, очухается он, не очухается, но вроде бы вот новые листочки у нас пошли. Я не знаю, как он будет дальше у нас с ним, как получится. Вот здесь вот ваю одно уже начал наращивать. Вот эти, я думаю, что сухие, но не знаю. Просто решила попробовать. И вот такие вот у нас листочки. Так, это у нас фикус Бенджамина. Был куплен осенью. Уценка была. Как всегда, продавалось три растения, выжило вот здесь только одно. Уже пересажен весной, этой весной пересажен больше горшок, так как 15-й горшок, он весь уже у нас весь оброс, и уже сквозь горшок были корни. Ну вот, у нас новые листочки идут. Все ему вроде бы как и нравится. Ну, не знаю, одна сторона вот такая вот у нас лысая. Вот так вот она выглядит. Ну и тут вот такие вот у нас
новые свежие листочки. Не знаю, как получится, так получится. Сказала, хочешь живи, хочешь не живи. Так, это мой еще один суккулент. Тоже название пока не знаю. Но вот был куплен вот такой вот. И вот это вот уже макушка. Вот это вся макушка. Сейчас. Вот. Если видно, то такое здесь вот темное. Вот. А и вот эта вся макушка уже у нас вот выросла за с весны. Тоже надеюсь, что хоть когда-нибудь он должен, в принципе, процвести. Ну, не знаю. Может, вот цветонос и лезет. Посмотрим. Тоже как бы и как бы к молочаям относится. А здесь у нас плющ, который немножко подгорел. Вот еще одна хоя. Название тоже, вот видите, у нас продаются как хоя микс и все. И вот что, почему я ее купила, неизвестно. А вот такая вот и вот эта вот веточка с цветоносом. Опять же таки, не знаю, процветет, не процветет, поэтому я ее и не пересаживаю. В том году она тоже, я ее покупала, было два цветоноса, но она как-то засушила их. Это была зима, я ее купила. Морозы, видно, я подморозила эти цветоносы. Ну и, в принципе, это не было такого, что... И вот у нас уже тут цветоносик. Не знаю, будет процветать или нет, но посмотрим. Так, здесь мои дендры стоят, малявки. Это моя, кто это у меня там? А, Стенгопея тигрина, малышка. Вот этот товарищ Хизис прокатил меня в этом году с цветением. И вот наращиваю. Ну, может быть, из-за того, что я его пересадила, мне уже надоело в том горшке его поливать. В корзине постоянно просыхает. И я его пересадила вот такой с автополивом. Может быть, из-за этого были уже росты. И может быть, из-за этого он и не стал цвести. Ну, вот три бульбы он растит. И здесь еще новый рост он пытается тоже где-то. Ну, здесь вот новый рост еще пытается сделать. Одна вообще вот здесь вот на бульбе начинает расти. Ну, не знаю, посмотрим. Так, здесь у меня адениумы. Это у меня еще один. Я недавно пришел от Дэби. Вот растит. Это мой цикас. Здесь малявочки мои. Здесь еще пару дендров. И вот это вот, как это, лесной кактус. Не знаю, что он уже четвертый год у меня будет осенью, и пока ничего, ничего. Это мой дендер, любимец. Я не знаю, когда он процветет. Пришел в 19-м, да, в октябре 19-го года. Я его с одним ростом, я его пересадила, он мне выдал вот этот вот рост, и все. И вот сейчас на данном... Вот этот вот он рост выдал, и вот этот вот маленький. А вот сейчас у нас вот тут куча новых ростов. Я надеюсь, что они уже будут большие. Вот, и поэтому как-то надо, чтобы он процвел. Так, это кто у меня? Это спектакль. Вот такой шикарный. Но пока тут наклевывается вроде бы. Где-то я видела цветонос. На молодых вот бульбах здесь вроде бы как должен вроде бы, но как говорят, он ничего. Вот здесь вот весь вот у нас цветонос вроде бы как тоже намечается, но не знаю, растем пока. Вот так он выглядит. Здесь мне пришлось две бульбы отрезать, так как они потемнели. Это был уже октябрь, и видно, чуть-чуть мы его подморозили. И это котлея позапрошлого года с выставки. Ни жива, ни мертва, короче. Стояла в горшке, нарастила мне корни. Ни одного не пустила мне в горшок. Но сейчас привязана вот к этому. И тоже вот сейчас вот вырастила мне, опять же таки, так как я ее потревожила, вырастила вот этот рост, и все. Так, это моя кто? Это моя Лагина Валис. Пересадил больше горшок. И вот новые росты. Новые росты. Конечно, бульбу мы подсушили, но три новых роста с каждой бульбочки идет. Думала, больше будет. Ну ладно, три тоже хорошо. Так, это мои дендры тут еще.
Это мой адениум, который я купила. Расти. Это дендер, который я купила у Деби. Вот у нас уже тут новые росты идут вовсю. Вот такие вот корни. С ним все замечательно. Это от Деби тоже дендер, подарок. Ну вот я его замотала тут. Она в корзинку его поставила. Вот так вот его примостила. Здесь уже новые росты лезут. И вот я его замотала в надежде на то, что корни присосутся к этой коряге. Ну, какие-то уже начинают потихонечку присасываться. Так. Ну, как-то все. Пойдемте дальше. Так, еще один филодендрон. Маленький. Ну, вот пока один рост у нас только тут их. Вот еще один идет. Только вот сейчас листочек начал здесь с этого роста. И этот тоже вот начал. А вот этот вот, ну, вроде бы как тронулся очень хорошо. Но тоже не очень. Вот этот вот как стоит, так и стоит. Не знаю, как получится, не получится. Ну, посмотрим. Это фикус Али. Вообще неприхотливое растение, растет себе спокойно, пересажен этой весной был, так как здесь три растения, и они друг другу мешают. Был куплен с такой вот орхидейной палочкой, но уже он ее перерос. Каждое растение имеет свою собственную палку, но уже самая большая была орхидея, и вот он уже тоже чуть-чуть, и уже все перерастет и эту палку. Придется пойти купить ему три бамбуковые палки для того, чтобы растение именно росло вверх. Веточки, конечно, друг другу мешают. Дико извиняюсь, что тут листочки пыльные. Но вот жду, пока они просохнут, так как завелись мухи у меня. Я сейчас обработала все, и потом их, конечно же, всех под душ поставлю. Ну, вот такой вот красавчик он у меня. И еще пару растений. Церапия переехала вот так вот на стеллаж. Живет, точнее, висит. Я уже не знала, как ее оплетать. Росты достаточно быстрые, плети растут. И я ее решила вот так вот подвесить. И теперь эти новые роста идут и оплетают как хотят. Есть место. Вот новые ростики у нас с каждого. Немножко тургля она потеряла, но ничего страшного. Сейчас мы потихонечку уже восстанавливаем. Еще один филодендрон. Вот такой вот. Листья у него в форме сердечка. Бархатные, переливаются. Особенно это видно вечером, под вечерней подсветкой. Достаточно быстро развивается, как сорняк прям. Ну вот, подвязала я ему кокосу вот эту вот палочку и направила немножко здесь роста в нужном мне направлении, чтобы не было лысина. Новые росты есть, активные, и начинают потихонечку уже осваивать эту палку. Хорошо, что эту палку можно будет потом продлевать. Но листья, конечно, у него обалденные. Я прям, мне так нравится. А если он потом еще будет расти, и эти листья будут увеличиваться, это вообще будет очень красиво. Вот такой вот у меня красавчик. Следующее растение. Моя Налина чувствует себя замечательно. Калдекс у нас очень хороший. Не потеряла тургор. Хотя вначале потеряла немножко, поморщилась. Но сейчас идет активный рост. И вот если даже видеть по состоянию листьев, новые листочки, новые идут салатовые, и потом они уже, конечно, темнеют. Она доращивает свои старые, и также есть новые молодые листочки. Эти две детки стоят пока без движения, но мы наращиваем вот такую вот шикарную листовую массу. Вот такая вот у нас красота. Шевелюра очень даже неплохая. Причем она уже даже листья не может эти держать от тяжести. Но ничего, мы с этим справимся. Вот новые опять два листочка лезут. Растет очень хорошо, неприхотливая.
выдерживает все, но я ее немножко пересушиваю. И вот это последнее растение, моя хоя, самое первое, которое взяла я ее отросточком. А вот такой вот маленький-маленький отросток был. А год она у меня, летом я ее, 10 августа я ее получила, отросточек. Она стояла, и буквально в 2019 году летом она вот начала наращивать свою вот эту вот массу. Один ус вот этот вот, ей не понравилось то, что я ее начала загибать на вот эту вот, и она здесь отсушила. Дальше она все стояла, наращивала только листочки, розеточки. И сейчас вот у нее ус проснулся, вот он уже вот сюда вот я его заплела, вот здесь еще один усик проснулся, здесь у нас начинается. То есть мы наращиваем новые розетки. Вот такие вот у нас листочки загорелые. Название я ее не знаю. С такими вот листочками я ее большими забрала. И у меня осталось только вот этих вот два листа ее. Остальные она вот отсушила. И вот здесь еще у нас проклевывается новый рост. И где-то тут я еще видела. Ну, и вот здесь вот новый ростик. А, ростов много. За тот год она нарастила. И вот сейчас она начинает просыпаться и начинает доращивать. Вот. В том году вот это вот она нарастила. И сейчас вот опять пошел новый ус. Периодически. И вот за этот год она уже нарастила. Вот еще. Ой, вот упала. Видите, она уже очень настолько тяжелая. И вот за этот год она вот этот ус мне вырастила, и тоже вот начинаются вот такие вот листочки. Если кто-то знает ее название по листу, то напишите мне, потому что название своей хой я не знаю. Буду уже определять. Здесь я видела цветы, у нее были белые с красной серединкой. Вот это точно я не могу вам сказать. Очень красивые. Ну вот листы она начинает. Вот эти вот уже побольше, побольше. Вот я надеюсь, что все-таки вот такие листочки у нас будут на самом деле очень большие. Вот такие вот кожистые, толстые. Вот такие вот. Очень красивые. Так что, ну вот и все. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи. Пока-пока.